Вот еще, возможно, кто-то не видел такую книжку Виктор Меломед «111 портретов музыкантов». Да, я Бум книга выпустила. Мне очень нравится эта книжка. Я когда мы ее купили, я, конечно, в ней залипала бесконечно. Но она, ее можно пересматривать много раз и залипать. Потому что это очень остро. Тут же Анна Агузарова. Очень остро. Сбоку написано, кто где. Быстренько полистаю. Битлз. Вот. Ну, то есть, такое вот... минимум средств, максимум выразительности. Обожаю это. Аквариум. Бьорк. Боб Дилан. Круто, да? Остро. Остро. Я не рискую зачитывать английские названия тех, кого я не знаю. Дэвид Боуи. Depeche Mode. Губы такие охеренные просто. Круто, конечно. Остро. У меня вот самое главное слово здесь. Остро. Гражданская оборона Летов. Элтон Джон. Ну, тут понятно. Такие вот очень крутые Чистяков. Крутые характеры. Филипп Киркоров. Ой, ржака. Хочется залипать, но мне надо ускориться. Ускориться. Крутой чувак. Потрясающий просто. Оно, конечно, в этих портретах очень сильно оправдано, вот эта острота, преувеличение, как это, слово не могу подобрать, ну вот такое нарочитое подчеркивание, да, характеров, как Обзон. Так, эта штучка болтается. Так. Ой, супер. Может отправиться искать.
Ну, мощно, мощно. Согласитесь. Какая-то штука болтается от чехла. Распустилась. Нирвана. Леди Гага. Так. Вот такой минимум средств, да, по цвету и во всем. Крутой. О, Господи. Боже. Ничего на повороте. Я думаю, что вы тут сами узнаете своих любимчиков. Майкл Джексон. Вот такой альбом. Шикарный. Обалдеть можно. О, Маккартни. Классно. Мамонов. Классный. Обожаю. Продиджи. Очень харизматичный чувак. Угу. Такие. Почему ты переворачиваешь книгу, потом... Ну, потому что там вертикальные некоторые. Видишь? Вертикальные. Ну все, я залипла. Ну, что, надо 8 минут, надо ускоряться. Ох, хочется смотреть даже через экран. Посмотрите на это. О, боже. Надо почитать. Здесь только имена. Стив Вандер. Ну, что великолепен. Ну вот, круто, да?